Сегодня я не курю 95 дней, близится к окончанию 100-дневка, и это круто. Я подозревал, что я продержусь, и все будет хорошо. Ну, еще все не закончилось, но все равно в начале пути были сомнения. Сейчас просто ради интереса передам привет в 10-й день Диме, 10 февраля Диме, который, если он еще не будет курить, то он будет сейчас смотреть это видео. Дима, привет, как твои дела? Передаю тебе привет из 3 февраля. У меня есть идея нового ролика, наподобие как я делал на 50 дней, сейчас я хочу сделать на 100 дней. И сегодня часть дня была посвящена тому, что я подготавливал реквизит для этой съемки. Съемки будут, наверное, послезавтра ранним утром. Факир был пьян. Как тортик. Просто офигенский. А поверни головой вправо-влево. Спинку прямо, спинку прямо. А мне заплатят за эту работу? Заплатят, заплатят. 11 мая, когда будет 100 дней, я хочу доехать до Петербурга и прогуляться. Такой парад окончания 100-дневки. Устроить сам себе и с друзьями, с кем я встречусь в этот день. Что будет на параде? Мы будем пить воду, чай, гулять по рекам и каналам, по садам и скверам, по проспектам и улицам, ждать полуночи. А в полночь, когда карета превратится в тыкву, мы откроем бутылку шампанского и начнем 101 день. Я думаю, можно будет придумать, чем заняться. В конце концов, снять какой-то клип, посвященный второй клип по окончанию 100-дневки. Ну, в общем, я еще подумаю, информация еще будет. Вообще, как идея была взять с собой высоковыжималку и ездить на автомобиле, и так периодически останавливаться, делать сок, выпивать, ехать дальше. Как подключить соковыжималку к автомобилю, чтобы она делала сок? Может быть, кто-то уже делал так и знает. Спасибо. А, ты еще записывал?